тарифа. Значит, у них только повысился тариф, и у остальных. У всех. Это постановление есть. Это постановление. Всех в нашем доме. Мы вам говорим, соседние дома. Это везде. По всем управляющим компаниям это повышение. Это не только у вас, это у всех повышение. Тут все общаются между собой. Организация о техническом состоянии квартирного дома. Оказывать помощь управлении, организация, обслуживающей организации. Следить за состоянием придомовой территории. Что мы нарушили? Мы что нарушили? Госпожа Хакимова должна была вместе прийти сказать. Должна прийти и думать сказать, как она себя бьет в руки и говорит, я председатель совета дома. И это должна прийти и сказать, ребята, а почему вы снимаете там показания или в наше отсутствие, или ты. Да ради бога, вы задавайте вопросы, мы по любому вопросу пойдем вам навстречу. Мы задали вам вопрос в кабинете в 18-м доме, который старше нас. Минус 400 рублей уже второй месяц, а у нас плюсом. За 3000, 4000, 6000. Я вам еще раз говорю, поскольку котельная принадлежит на праве собственности теплогенерирующей компании, ежемесячно они нам выставляют, они ежемесячно, совершенно верно, 18 дом также, они ежемесячно выставляют нам счета фактуры, где подробно указывают гигакалории, тариф указывают на гигакалории, теплоэнергию и сумму, соответственно, к оплате.